Андрей Горнах, Европейский гуманитарный университет, город Вильнюс, кризис репрезентации и необходимость незавершенности модерна. Спасибо. Спасибо, что ты пришел сегодня. У меня есть один слайд. Видя мучение со слайдами, что тебе один слайд, чтобы провести мысливание в проблему. Но как он поставить? Может, я технику придет, он куда-то его положил. Ну давай, ты пока можешь увидеть, давай я тебя найду, потому что ты на рабочем столе. К свои 5 инвестиционных копеек. Да. Вот, пусть он висит. Пусть уже до вечера висит. Да, 5 лингвистических копеек по поводу текучего модерна. Мне почему-то вот сразу эта вот тема могучая, текучий, могучий. Вот. А Литовский университет, который я представляю, белорусско-литовский, находящийся в Литве, поэтому я могу как бы оценить вот эту игру слов, в том числе как бы и в контексте литовского языка, вискос, очень созвучное слово, есть практически как бы омофон в литовском языке, оно значит все, типа конец. Вот, типа вискос, вискос модерна, где как бы конец модерна уже окончательный. Вот так вы это услышали, как бы, наверное, литовцы, чтобы все различные как-то нам были как бы учтены. Мой доклад является рядом тезисов, которые нуждаются еще в разработке и призваны скорее очертить более поиска, найти концепты, позволяющие разорвать существующие порочные или непорочные круги соотношения личности и государства в контексте советской истории. В этом смысле я очень благодарен Роберту Бёрду за его доклад, потому что у меня не возникнет ни одного вопроса, кто как бы продолжает. Мой доклад может продолжение тех же самых тревог, я бы сказал, которые были высказаны, ну, в другом языке, в предыдущем докладе. Ну, как минимум, задача открыть дискуссию, составлять ряд вопросов открытых. Конвенция, как мне кажется, исходит из такой репрессивной гипотезы. Один из тезисов, основополагающих вообще концепции вот, новой текучего модерна. Из репрессивной гипотезы по поводу государства как аппарата, подавляющего личность. При этом личность мыслится как ренессансная, творческая инстанция с врожденной свободой и стремлением к благу. И если бы не вот эти внешние ограничения и запреты, Прости, Андрей, что я прерываю, но немножко встреваю. Это ты невнимательно прочитал аннотацию. Все, что ты произносишь, это заложено в критической части вот той концепции, которая устарела. Критический тезис конференции заключается в том, что я сказал. То есть ты как бы воспроизводишь как раз критически то, что и мы критически воспроизводим. Я рад. То есть ты модальность не уловил. Вот. Хорошо. Не рад этому, но все равно пробую. И вот эти ограничения и запреты на сильнейших инстанции, если бы их не существовало, то мы бы жили в наилучшем из миров, ну, в принципе, да, как бы подставляться под критику Фуко прошлого века, который как бы этот тезис уже деконструировал как бы на корню, можно так сказать, вряд ли уместно, ибо после Фуко мы знаем, что власть, она не только и не столько подавляет, сколько производит, в том числе и самого сопротивляющегося, и стратегии сопротивления. Ну, а Фрейд и Лакан идут еще дальше, радикально, на мой взгляд, чем Фуко, говоря о том, что именно запрет порождает желание, а цензура – свободу маневра, динамического смещения, в ходе которого формируются объекты желания в поле реальности. И все такое – это самая подавляемая свобода личности, если я использую то же самое поле психоанализа. Непроизвольность произвола обнаруживается даже в элементарном придумывании, как говорит Фрейд, цифр и имен. Если вам дать задание попросить придумать навскидку сразу, не думая некую цифру или имя, мы увидим, что оно попадается абсолютно не спонтанно и довольно жестко детерминировано нашими прошлыми опытами, травматическими прежде всего и так далее. Не говоря уже о более сложных симптоматических образованиях,
из которой соткана, как говорит Фрейд, наша повседневность, психология обыденной жизни, и которая обнаруживает свою сверхдетерминированность, не просто детерминированность, а сложнейшую систему детерминации, как бы идущую в разрез с любыми тезисами о свободе воли. То есть Фрейд показывает нам, чем может увенчаться вера в собственную свободу, а именно параноидальным отношением к другим. Автономная произвольность моих действий, собственно говоря, во многом проистекающая из незнания собственных мотивов, компенсируется псевдознанием мотивов других, которые в картине мира параноика поступают в высшей степени непроизвольно и скоординированно, так, что действия окружающих могут быть истолкованы как незаметные знаки, подаваемые ими параноику, и при правильной, в кавычках, расшифровке, прочитываемые как вселенский заговор против него. Ну, это последний рубеж защиты эго, защиты механизм, который поддерживает все-таки единство личности и силу эго, отвлекая все внимание от себя на внешние силы, давая силы и мотивы действовать, то бишь уклоняться от преследования и в этом смысле быть за вторым разом свободным. Ну, по типу свободы Лермонтовского Печорина, который чувствует себя полноценной личностью только когда против него возникает общеполковой заговор. Возвращаясь к модерну, проблема модерна остается в фокусе исследовательской дискуссии, не уступая проблематике постмодерна, которая, казалось бы, теснила его по всем фронтам в 90-е годы. И сегодня даже кажется, что проблематика модерна отыгрывает свои территории обратно. Так, например, Гидденс говорит о том, что мы не только и не столько входим в период постмодерна, сколько наблюдаем, как последствия модерна становятся все более радикальными. Существуют различные классификации динамики модерна. Премодерн, ранний модерн, поздний модерн, постмодерн, неомодерн и даже затянувшийся модерн, что можно, как можно прочитать концепцию долгого 20 века Джованни Ориги в контексте нашего обсуждения текущего модерна. И здесь понятие «кризис репрезентации», вынесенное в название моего доклада, может служить логическим стержнем для понимания подобного рода эволюции, флуктуации и подвижности модерна. Здесь, конечно, прежде всего будет иметься в виду концепция модерна Джеймиса. Позвольте кратко этот контекст реконструировать. История модернизации – это история традиционных обществ, история выделения индивида из социально-символических структур. Это такой стержень, социальная логика того, что происходило в последние 300 лет по мнению Джеймисона. От Маркса и Вебера до Анкерсмит и Рената Салецова различные авторы говорят об этой логике, как ключевой для понимания социальной трансформации. В классическую эпоху 16-18 веков индивид был включен в социально-символические структуры. Он имел доступ к социальной тотальности. Базовой формой ее представимости является миф изначальный, а в случае классической эпохи – это реалистическое повествование. Беспроблемный, что как бы означает беспроблемный перевод общего в частное. Перевод интересов группы, например, если мы говорим о политической плоскости, в лице индивида как ее естественного представителя. Ну, такая патриархально-семейная модель, когда отец, как глава рода, представляет интересы группы как бы без зазора, как собственные интересы. Они как бы практически не отличаются. Анкерсмит говорит даже о совпадении, называя вот такой тип репрезентации миметической репрезентацией, где репрезентируемые и репрезентирующие практически не отличаются друг от друга. Джеймисон даже скорее подчеркивает вот эту веберианскую логику городских общин, ранее капиталистических городских общин, в которых происходит универсализирующий жест нового типа сообществ, то бишь ранее буржуазное стремление универсализировать свой взгляд на мир, возникающий изнутри эстетики городской общины, например, там, городской коммуны Флоренции, которая стирает привычные все традиционные различия между горожанами и выдвигает вот этот тезис, который потом был растиражирован Дюма, мушкетерский тезис «Один за всех, все за одного». Реализм в художественном плане, в художественной плоскости – это время картины мира целостной, единственно возможной, ибо существует беспроблемная техника репрезентации реальности, реалистичной по определению. Модерн, который, как условно говоря, начинается с середины 19 века, в разных оценочных дискурсах описывается как выделение индивида из органических сообществ или эмансипация от патриархальных клановых структур.
А тот же Анкельсмин говорит о том, что где-то с 1800-х годов и до наших дней возникает эта всеохватывающая реальность постепенно распадается, а возникает это движение дезинтеграции того, что беспроблемно репрезентировалось в эпоху реализма. В любом случае возникает и появляется зазор между индивидуальными и групповыми регистрами социального существования. Напряжение между общим и частным вызывает трудности перевода одного в другое, репрезентации общего в частное, поведения частного под общее. Это и становится базовой предпосылкой политического представительства. Нарастающее различие интересов представляющих и представляемых, проблема идентификации представителя с группой, выражения ее интересов, увеличивающееся внимание к техникам представительства, демократической процедуре, то бишь к техникам репрезентации. Модернизм в плане искусства – это схожий формальный процесс, по мнению Джеймсона, который происходит, схожий политическому формальному процессу, проходящему параллельным измерением. Собственно, вся эстетика модерна, об этом говорил еще Климент Гринберг, возникает напряжение репрезентируемого и репрезентирующего, репрезентации самой техники, самих техник репрезентации. А в результате право сочетаться целостной и аутентичной картиной мира оспаривается рядом конкурирующих систем видения, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм и так далее. Искусство модернизма – это разнообразные модернизмы, требования выразительности авторского видения мира, основные принципы, стиль, индивидуальность, автономность. Радикальное эстетическое и эпистемологическое сомнение относительно возможности схватывания социальной жизни как целого или тотальности в социологических терминах. Хорошим примером чего-то поэтика философским может служить хайдеггерская метафизика, которая может быть рассмотрена как модернистская мистика, радикально дистанцированная и всеобщества как таковое, переживание разрыва, забвения между единичным бытием и трансцендентным бытием большой буквы. Ну, постмодерн – это логика, как вам, наверное, понятно. Это распад репрезентации, разрыв частного и общего, с реализмом – это как бы различие, но не критическое, может быть, даже как бы и совпадение. Модернизм – это возникающее напряжение, как бы, и увеличивающийся разрыв. То постмодерн – это, собственно говоря, разрыв репрезентации перестает ощущаться как проблема. Драма репрезентации, великая модернистская драма репрезентации разрешается ироничным подтруниванием над любыми формами всеобщности. Возникает медийная симуляция представительства, представители начинают представлять самих себя, свою репрезентацию медийную, то есть, точнее, симулятор, как в феномене современной поп-звездства политики. Соответственно, постмодернизм в плане искусства – это та ситуация, цитата из Джеймсона, когда кажется возможным считывать особенное одно за другим без обращения к любой трансцендентной всеобщности или тотальности, из которой они черпали бы свой смысл. Как и происходит в модернистских практиках визуального укрепления, Зеттинге или Серфинге. Реакция на состояние постмодерна, одним из штампов, который является лихие 90-е, это нечто вроде консервативной модернизации, возвращения к корням, истокам, установления отношений с реальностью, от религиозного фундаментализма до различного рода неонационализмов. Более того, по мнению Анкельсмит, откат к некой миметической, реалистической и псевдореалистической репрезентации. И вот здесь возникает пафос удержания незавершенности модерна, удержания дистанции между репрезентируемым и репрезентирующим, который проявляет как бы, вот, саму логику модерна и модернизма. Анкельсмит это демонстрирует на примере политической репрезентации. Политик должен относиться к избирателю как к произведению искусства к жизни, полагает он. Потому что, во-первых, политики предлагают продуманное мнение, прочувствованный опыт, в отличие от непродуманных и непрочувствованных мнений электората, просто в силу нехватки времени и возможно недостающей культуры по поводу обсуждения и рефлексии объективной культуры над этими проблемами. Затем как бы это мнение обобщается в обобщенной форме, высказывается, формулируется политиком, и, наконец, оно формулируется таким образом, чтобы ввиду противостоящих принципов других социальных групп был возможен консенсус, сведение на консенсус. Политик должен неверно отразить некое предсуществующее мнение гомогенного избирателя.
но на ощупь сформировать его в дебатах, обобщить для вписания последующего в систему противоинтересов и балансов, какой является парламентская демократия. Так, чтобы представляемый задним числом узнал на презентации свой подлинный интерес, не артикулированный до парламентского согласования. Презентация создает репрезентируемое. А стиль, таким образом, это поддержание дистанции между репрезентируемым и репрезентирующим. Это политический феномен или код политического в логике Анты Смита, и Джеймисона, который дополняет диалектику модерна, вводя представление о продуктивной дистанции и от самого себя английского автора. С одной стороны, модернизм – это дезинфективация автора и автономизация соответствующего языка. Это попытка найти себя вне себя, опереться на нечто сверхиндивидуальное. Неадекватное выражение авторского видения мира, лирической личности, но наоборот, самопроекция себя в медиум поэзии. Некий радикальный жест дезобъективации, дистанцирования от себя, например, предпринятый в работе Эллиота «Традиция и индивидуальный талант», которая опубликована в 2015 году по замечательной иронии истории в журнале «Эгоист». Или там грамматическое стихотворение Рильке, которое начинается со слов «Нет, не я, но ветер, что дует сквозь меня в направлении нового времени». По модернизму как бы рассыпаны эти симптомы, как бы обретение себя в неком радикально ином пространстве, плоскости самого языка. Вот это ощущение невыносимости, окаменевшей самости возникает как раз, по мнению Джеймисона, из коллапса универсального. Пустота эмоций, изношенность чувств, из уменьшения коэффициента универсальности в них. Деперсонализация возникает не потому, что общее растворяет себе частное, а теоретически наоборот, из агонии универсального. Коэффициент универсального в эмоциях, в языке уменьшается, поэтому индивид все меньше ощущает язык как свой, как прозрачный коммуникативный инструмент, все меньше ощущает эмоцию как свою подлинную, то есть разделяемую с другими. Русские формалисты, по мнению Джеймисона, впервые систематически осознали эту автономию языка как поэтического медиума и субъекта автора как эффекта синтаксиса, ретроактивного эффекта языковой комбинаторики, как способа уйти от психологических самокопаний, учений, в радостный автоматизм языка, отказаться от собственности на слово. С другой стороны, как бы существует опасность ловушки приватного языка. Чем более автономным и проницаемым становится язык, тем менее он пригоден для вообще выразимости внутреннего опыта. Это та тюрьма языка, по мнению, по выражению Джеймисона, которую собственными руками настраивает модернистский автор, пытаясь мотивировать дистанцию от себя самого. Эмблематичная картина «Крик Мунка» выражает вот эту часть диалектики модерна. Отсюда попытки организации группового измерения творчества, за которые модернисты цеплялись как за соломинку утопающие. Ну, например, известная история с южной мастерской Ван Гога, и даже два близких человека не смогли организовать какую-то групповую творческую единицу. Советский модерн – это, вернее, то, что можно было назвать советским, то, что складывается по ходу этой диалектики в виде советского модерна, развивается с другими акцентами по поводу этих вот раскладов репрезентаций. Здесь мы имеем дело с более длительной, я бы сказал, и успешной историей таких сообществ, с некой альтернативой, реально следующей альтернативой. Можно рассказать, что эти сообщества образуют некую параллельную власти реальность, параллельную государству реальности, основанную на вот этом футуристическом импульсе, на стремлении быть представителями будущего человечества. Известен розыгрыш Хлебникова, которого в турне по туристов по Украине заиграли тем, что решили формализовать его статус представителя земного шара на сцене. Там, по-моему, Горлюк снял свой перстень, как бы надел ему на руку в знак того, что это реальный представитель земного шара. А когда закрылся занавес, он снял дорогой для него личный перстень, и Хлебников, по лицу Хлебникова покатились крупные слезы. Он искренне уверил, что теперь как бы, он и есть представитель. Как бы. Вот этого земного шара, но не в смысле как бы, вождя всего земного шара, но как органическая часть общества предземшаров, председателей земного шара, ибо каждый презентирует общество людей для другого посредством нового языка. В этом стояло ядро футуристической утопии. И
здесь завязываются в один узел. Эстетизация жизни, с одной стороны, общество как сеть свободных ассоциаций, утопический образ проходящего анархизма, синдикализма, там, классического марксизма, до богемных сообществ. А с другой стороны, политизация искусства, поэзия как искусство свободных ассоциаций, вплоть до зауми самого Хлебникова. Стиль в данном случае это не просто эстетический бунт индивида против государственной машины в условиях, когда любое другое сопротивление возможно. Это альтернативный политический проект «Инновационный райд». Государство пытается непосредственно представить народ и политические советы, и эстетический соцреализм советского государства. Сообщество же – это такая основана на дистанции между наличной публикой и будущим, между группой как живым минимумом языка и индивидом как ее представителем. Особым произведением искусства является в данном случае сама коллективная динамика группы. Я пишу для себя и для незнакомцев, говорит западный модернист Гертруда Сталь. Советские модернисты могли бы сказать, это фраза Высоцкого, я писал только для группы своих личных близких друзей поначалу, потом это сказал уже. Именно всего этого, по его мнению, публичным фактором. Особо показательный в данном контексте театральный проект советского модерна от ранних авангардистских поисков до оттепельного театра. Концепционно выражено вот в проекте по имени «Современник», «Театр современник». Что представляет собой театральная группа, инсценируя ту или иную пьесу? Прежде всего, по замыслу основателей Ефремова, саму себя как творческий коллектив единомышленников, совместное понимание пьесы, друга, задача искусства, вот то, что инсценируется на сцене под видом разыгрывания некой вынужденной пьесы. Театр – это большая семья, новый дом, в котором стираются ненавистные с пролеткультом различия частной, публичной, художественной и производственной жизни. Кульминационным в этом плане может послужить воспоминание о театре города, о театре сатиры. После премьеры 1967 года «До этого места» триумфальной, цитата: «После премьеры театр – большой гудящий дом, где не могут разойтись, сплошной банкет. На рассвете поехали на Воробьевы горы. Там мы встречали восход солнца. Режиссер, от переполнявших чувств, вдруг достал из кармана банкноту и поджег. Все были в восторге. Мы достали свои пятерки, десятки и поднесли к ним спички. Выкатилось солнце. Мы стояли с горящими в руках деньгами на самом высоком месте Москвы, совершая некий языческий обряд. Заодно и кремировали Ленина, изображенного на купюрах. Значимость этого сдвоенного жеста заключается в том, что и вождя, и деньги, как естественных таких миметических представителей индивида, здесь уничтожают в этой самой коллективной динамике. Это жест радикальной критики того, как говорил Лакан, коммунистического фарисейства, когда все ждали возвращения способности желать, а получили карикатуру на общество всеобщего благосостояния, когда от каждого по способностям без напрягов, но главное, каждому по потребностям. Главное – количество мяса, молока, яиц на душу населения. Поработай сколько хочешь в охотку и ешь от пуза. Вот это вот мечта, собственно, крестьянская, революционная мечта о стабильной сытости. Утопический импульс модернизма же – это не количество продуктов, но новое качество самого труда, производство чего-то большего, чем ты сам, при максимальном напряжении сил. Это форма творчества. Не индивид старается художественной формой, а субмить техниками стиля, скрепить, репрезентировать ускользающую, распадающуюся реальность, но творческая группа воссоздать эту самую реальность, коллективную реальность и инсценировать ее в качестве той репрезентации, которая создает репрезентируемое. Иными словами, пролетариат для футуристов разных мастей, как включая там современников, это не наличный, но некий утопический класс антимещаний, которые грядут. Гигантская проекция самих этих богемных кружков и артистических сообществ, которые расширяются до масштаба всеобщего класса. Вот это как бы не должно завершаться. Такой модерн не должен завершаться, ибо то, что приходит на смену, вот описанный Джемисоном постмодерн, Анки Смит говорит о возвращении к миметической репрезентации гораздо хуже. В каком смысле? В том смысле, что экономика и искусство выстраиваются вокруг репрезентации индивидов в гипертрофированной непосредственной форме. Вот это, я не знаю, тут видно вдалеке, это коллаж из двух фото, буквально там впечатление там, вчерашнего дня. Это картина, победившая на выставке молодых художников Минска. Вот. Это я нашел в магазине, там что-то какое-то время поймался на мысли, что это то же самое. Да, гипертрофированная, гиперреализм,
гипертрофировано, раздутое, реалистичное изображение того, вокруг, как бы, что, вокруг чего вертится экономика и искусство. Ну, экономика более таким явным, очевидным образом, которая как Тефаль только и думает о нас, которая живет только нашими интересами и готова воплотить любовь, как бы, да, наше желание без искажений в жизнь, как бы, презентировать наши интересы как бы, практически, как бы, без всяких разрывов, да, новый такой магнетизм. И искусство тоже, как выясняется. Так вот, государство, по мнению Андреа Смита, прячется в этом союзе и многие проблемы, по его мнению, парламентской демократии конца 20 века, причем он пишет как бы, о западной, прежде всего, европейской демократии, коренятся в этом постепенном исчезновении границ между государством и обществом. Государство мимикрирует под общество. Два столетия, цитата, мы бездумно проживали это наследство. Дистанции между обществом и государством, такой эстетической, продуктивной дистанции. Сколько мне осталось жить? Ровно 5 минут. А, хорошо. Я решил сам. Вы знаете, вы не дожидаетесь. Так менее болезнь. Первого приглашение на казнь. Два столетия мы бездумно проживали это наследство, и только из-за исчерпания этого политического капитала в наши дни мы можем осознать его ценность. Ибо это приводит к тому, к чему стремится тоталитаризм, положим фильм Адама Смита. То есть к подчинению государства и общества некому одному началу. Миметическая репрезентация и ложно понятые демократические идеалы приводят ко все более полному слиянию государства и общества, развитие которое кульминирует в развитии правительственной бюрократии. Чтобы слиться с обществом, государство пытается стать как можно более точной его копией, подобно хамелеону, приобретающему ту же окраску, что и окружающая среда, по словам Андреа Смита. У болгарского политолога Ивана Крастева нашел еще более такую радикальную формулировку происходящего в этом самом ключе. Государство и правительство, пишет он, в принимаемых сегодня им решениях стремятся к максимально полному отождествлению со всеми нюансами, существующими в обществе. Теперь требуется, чтобы всякая зыбь на поверхности общества получала отклик в процессе принятия государственных решений. Вот такая как бы, видимость миметической презентации, которая схватывается, эстетика этой видимости схватывается в сравнении этих двух картинок. Вот, современное государство, оно между ними. Другая цитата. После движения «Окупай» государство, власть меняется. Они начинают говорить о ценностях, но не тех, которых от них требовали, а ценностях большинства. Это стремление понравится большинству, простому потребителю, вообще крайне характерно для современного общества. Появляется все больше и больше политиков, которые ведут себя как официанты, пытаясь угодить публике в надежде на чаевые, тоже красть. Отсюда вытекает крайне своеобразная смесь абсолютизма и консерватизма, типичная для современного демократического государства. Государство абсолютно в том смысле, что оно пытается устранить все возможные источники трения между собой и обществом, и таким образом осуществить полный контроль над ним, рассматривая абсолютизм как истинную цель государства. Государство хочет достичь контроля, спрятавшись за наиболее очевидными функциями в качестве общества, обращаясь непосредственно к простому человеку, претендуя на выражение его интересов. Бюрократия, в конечном счете, является инструментом государства, призванным максимально затушевать различия между ним самим и обществом. Бюрократические правила нацелены на отождествление государства и общества. Вот вопросы, которые встают для меня и остаются во многом неотвеченными после всего этого. До какой степени вот это характеризуется там, постсоветское, российское, белорусское пространство? В какой степени модерн единственным, по мысли Джемисона, переживаем ли как бы, мы вот это же самое, или как бы имеются серьезные модификации, или это вообще некая другая логика да, происходящего в постсоветском пространстве. Следующий вопрос, который возникает как бы, вот, после этих рассуждений. Если, как говорит Шмидт, его подхватывает Андреа Смит, система власти складывается как ответ на некий стратегический вызов,
Например, религиозные гражданские войны XVI века порождают систему абсолютизма XVII-XVIII веков как критейского арбитра, способного остановить путем поддержки одной из сторон и разведения сторон процесс национального самоуничтожения. Или, другой пример, представительская демократия – это выработка горизонтального компромисса в условиях непримиримых социальных антагонизмов нового типа, борьба старого режима и революционной буржуазии, и затем труда и капитала. А система противодействия власти также складывается как система противодействия определенному историческому типу власти, отвечающему на определенные исторические вызовы, и теряет как таковая смысл и эффективность при столкновении с другим типом власти. Ну, например, как бы кейс русского рока, катастрофа русского рока, вот эта известная фраза из песни Башлачева «Мой ледокол не привык к воде тропических морей», которую Троицкий, как бы Артемий Троицкий расширяет не просто как вот метафору биографической драмы, но социальную аллегорию трагедии всей советской рок-музыки и даже всей советской эстрады, включая Пугачева с ее недавним 70-летием. 1990-е годы – это сумерки вокруг стилистического сопротивления. Казалось бы, вот свобода просто остаться собой, по словам Цоя. Но когда не с кем бороться, нет и сил, нет и льда, нет ледокола, нет льда, нет и ледокола, который его раскалывает. Антагонисты, протагонисты сходят с подмостков истории, если не в обнимку, то вместе. Вопросы. Ответом на какой стратегический вызов является современный постсоветский тип власти? В каком смысле он порождает соответствующую форму сопротивления? И возможно ли вообще сегодня защита общества, по мнению Фуко, как бы одноименный семинар в Коллеж де Франс, общество нужно защищать, возможно ли сегодня незавершенность модерна? Спасибо, Андрей. Пожалуйста, вопросы. Или ответы на мои вопросы. Да-да, тут как бы интересная стратегия, конечно, была выбрана автором доклада, задать вопросы в конце своего выступления. Да, пожалуйста. Уважаемый Андрей, скажите, пожалуйста, для разрешения кризиса репрезентации современного искусства достаточно ли создать идеальные абсолютные условия трансцендентального окружения, субординарное пространство, при этом мы не говорим субординарное пространство. Да, при этом вот формат всех презентаций, которые вы представляете, при этом мы не говорим об искусстве, а говорим скорее об эстетике. Или вы какое-то продолжение имеете? Нет, просто слово субординарное. Субординарное сначала слово? Ну, понятно же, о чем идет речь. Нервный. Субординарный. Субординация – это подчинение? А, все понял. Ты же в армии как раз служил субординационный. Да, не обращайте внимания. Ну, в общем, я закончила вопрос. Ну, это формалистика, так сказать. Достаточно ли этого для нового искусства? Для разрешения кризиса репрезентации современного искусства. Кризис. Я вообще вот пытался говорить о неком комплексе репрезентации. С одной стороны, как бы мы имеем, конечно, как гуманитарии, дело с художественными репрезентациями. Художник отражает мир тем или иным способом, с той или иной долей эффективности. Но с другой стороны, как бы, мы имеем некую социальную репрезентацию, где индивид организует свою жизнь в неких политических формах. И более того, я бы добавил сюда еще, ну, собственно говоря, я добавлял так на полях, как называется. Ведь с этими способностями представления как бы, мира и нас самих там, в политической сфере связана, как бы, на мой взгляд, и довольно жестко наша способность представлять мир фантазированный, то есть быть представленными кем-то, представлять из себя что-то, и представлять что-то на уровне фантазии, то есть, да, как бы, сейчас еще раз, чтобы мы не запутались вместе с вами, быть представленными в социальной тотальности, это языком как бы уже как бы строгой теории, на уровне общества как целого, представлять собой некую группу, способность нами утрачена, мы сегодня представляем, пытаемся что-то из самих себя представить, например, там, из селфи в соцсетях. И, с другой стороны, представлять, вот, ну, как в той фразе, я не представляю, что делать дальше, желать, видеть некую перспективу, да, подать некую фантазию. Вот все эти вещи, они взаимосвязаны. И полагать, что мы можем решить проблему искусства, найдя некую технику
презентации и поместит как бы художника в некий такой как бы особый режим существования, как бы, по-моему, это мы уже пробовали. Ну, попытки такие как бы были, без изменения всей системы презентации, которую я пытался наметить сегодня, вот, такими как бы общими штрихами, что ли, вряд ли возможно изменить нечто в отдельном измерении, в отдельных этих измерениях, которые нам не кажутся взаимосвязаны, может быть, даже мы не подозреваем, допустим, чистоведы, существование политологов, да, и наоборот. Тем не менее, как бы, если мы не берем в расчет все эти измерения и презентации, то мы как бы вряд ли сможем выбрать какие-то практически эффективные советы по этому поводу. Спасибо, да. Сейчас, Дина, подождите, микрофон сейчас. Глупый, да, сам собой.